Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Безопасный и качественный глава Чувашии проверил ход реализации национального проекта. Вторая жизнь отходов. В Чебоксарах и Новочебоксарске работает пилотный проект по раздельному сбору мусора. Премия президента России. Наталья Симушина в числе 9 лучших учителей страны. Световой фонтан и дерево счастья набережной Новочебоксарска продолжает преображаться. Сейчас там благоустраивают будущий бульвар Шевницына, который станет продолжением набережной. В городе-спутнике с рабочим визитом побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Набережная в Новочебоксарске набирает популярность. В хорошую погоду здесь и в шахматы играют, и бегают, и просто прогуливаются с детьми. Стало очень красиво, здесь очень приятно гулять, здесь чисто. И даже вот с детьми на самокатах, на велосипедах здесь гулять очень удобно. Мы вот специально сегодня выходной приехали сюда провести время. Велосипедные, асфальтовые и брусчатые пешеходные дорожки увеличились почти в два раза. Продлили и сеть уличных фонарей. Продолжение набережной на общественных обсуждениях решили назвать в честь известного земляка. У нас вот сквер Шевницына. Это как продолжение Верхневолжской набережной. Здесь у нас выделено 11 миллионов рублей. Шевницын – это основатель, ну, руководитель химпрома. Да, уважаемый помним человек в городе. Его. Благодаря ему у нас создано не только, построен не только химпром, но и вся инфраструктура практически. Школы, больницы, садики, жилые дома. И поэтому горожане решили увековечить память Шевницына. В сквере расположился зимний световой фонтан. Сейчас завершаются монтажные работы. Вокруг него скамейки и беседка в греческом стиле. Еще несколько лет назад на этом месте рос сорняк, и от этого земля стала сухой и неплодородной. Для благоустройства надо чернозем завозить. Это на глине потом газонная трава, она высохнет. Она не будет плодородный слой обеспечивать для травы. Здесь я сколько раз говорил, вот здесь более-менее сейчас создали. Осталось там газонокосилка, как в футбольном поле косить. И здесь то же самое. Завезем. Потому что это надо сейчас вот убрать сантиметров 10-15 и по новой стелить. Это сейчас вот дополнительная работа появляется. Стройка не мешает велосипедистам и тем, кто начинает день активно. Утренняя пробежка. Готовлюсь к свадьбе в отпуске пока. Поэтому пока вот бегаю по набережной, по роще. Комфортно, да, достаточно, что в роще, что на набережной. Ельниковская роща тоже обновилась. Здесь уложили асфальтовые тротуары, добавили скамейки. Для поклонников активного отдыха, спорта и здорового образа жизни обустроили вторую спортплощадку, где можно сыграть партию в настольный теннис или потренировать мышцы. Сегодня специально уж обошла весь лесок наш и решила найти вот этот участок. Есть чем хоть заняться, а то во дворах-то нет такого. Здесь пришел свежий воздух, чистота. Площадки вот чистые, убранные. Мусор тут как бы люди за собой все равно следят. Приятно заниматься. Преобразилась и аллея славы. Так комплексно и масштабно к благоустройству города химиков никогда ранее не подходили. Сумма, выделенная из республиканского бюджета на формирование комфортной городской среды, превышает 36 миллионов. По факту мы сделали за последние 4 года 115 дворовых территорий. Да. В этом году реально мы благоустроим 27 дворовых территорий. Если взять и оценить оставшиеся дворовые территории, за 3 года, 2020-е, 2021-2022 года, Новочебоксарск полностью будет благоустроен по дворовым территориям и по подъездным путям. Вот это хороший результат нашей совместной деятельности. Новочебоксарск продолжает готовиться и к отопительному сезону. Близится к завершению ремонт тепловых сетей по проспекту 10-й пятилетки. Магистраль родом из 70-х, видела капремонт 12 лет назад. В прошлом году зимой дважды давала сбой. А она питает 6 детских садов, 2 школы и 44 дома. По сути, треть города. Работы ведутся в графике. Трубы поставляются ООО «Чебоксарский трубный завод», который находится на территории Новочебоксарска. И хотелось бы обратиться к жителям. Есть долги за жилищно-коммунальное хозяйство, поэтому мы просим погасить задолженность. Это гарантия успешного вхождения в отопительный сезон. Стальные трубы меняют на современные пенополиуретановые. При этом работы не нарушили циркуляцию горячего водоснабжения, и в домах не было отключений. Подрядчику теплогрупп до конца сентября предстоит заменить еще 140 погонных метров трассы, засыпать котлован и обустроить территорию. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашии встретился с представителем Международной ассоциации участников космической деятельности. Обсуждались вопросы налаживания двухстороннего сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и медицины.
Президент Международной ассоциации участников космической деятельности Виктор Кривопусков рассказал о развитии ракетно-космической отрасли в стране. Михаил Игнатьев отметил, что для Чувашиев, которые родились и выросли, известные на весь мир покорители космоса, и которые тесно связаны с отечественной космонавтикой, сотрудничество в предлагаемой области имеет особое значение. Мы сейчас реализовываем проект, который по решению правительства и президента прошел. Это Моногород, Канаш. Там территория у нас индустриального парка, где льготные условия по налогам на прибыль. Первые 5 лет буквально 5%. Отчисление от фонда заработной платы 7%. И сейчас Новочебоксарск, это рядом с городом Чебоксары, здесь получается 125 тысяч населения. Мы хотим территорию опережающей социально-экономического развития по новой войти. Там земель сельхозназначения мы выделили для того, чтобы агломерацию создать, где мы можем там с вами вместе научной деятельностью заниматься. Мы должны оценить все эти предложения. Дороги в республике становятся качественными и безопасными. Беспрецедентные по своему масштабу работы в этом году развернулись на федеральных трассах и в столице региона. Как реализуется национальный проект, сегодня проинспектировал глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Гул техники на бульваре электроаппаратчиков столицы временно затих. Подрядчики начали готовиться к финальному этапу работ. Здесь необходимо уложить еще один слой асфальтобетона. К реконструкции дороги приступили весной. Немало времени понадобилось на то, чтобы переложить кабели и подземные коммуникации. Вот это сейчас по кабелям, да? Самый такой сейчас вопрос. Ну, мы решение-то, в общем-то, проговорили. Сейчас ждем, чтобы это все легло на бумагу. Да, и сегодня надо письменно все согласуем. Движение по бульвару намерены возобновить уже в ноябре. Чтобы уложиться в намеченный график, подрядчики готовы работать круглые сутки. С тротуарами, благоустройством, с цветниками, с газонной травой. Все должно здесь появиться. Благоустроенный микрорайон. Вы помните, когда мы ВТБ открывали, руководство ВТБ нас просило, чтобы мы обеспечили въезд, выезд автомашин, клиентов банка надлежащим образом. После капитального ремонта проезжая часть здесь стала шире. И на проспект Ленина, и на Президентский бульвар водители будут двигаться по двум полосам. Так решится проблема частых заторов на этом участке. Ремонт дороги продолжается и на улице Николаева. Специальная машина перемалывает старый слой асфальтобетонного полотна в крошку. Фронт работ более 2 километров. Подрядчикам необходимо перестелить асфальт и обновить бордюры. На улице 50 лет октября дорогу отремонтировали по современным технологиям. Без песка. Используются 4 вида фракции щебня. Уплотненная получается. Отсев. Смесь, да. И более долговечная. И гарантию на сколько лет сейчас даете? Согласно контрактным. Сколько? Там 6 лет. В рамках национального проекта здесь отремонтировали не только дорогу, но и тротуары. С каждым годом Чебоксары становятся все более комфортными для пешеходов и автомобилистов, отметил глава региона. Вот сейчас постоянно гости приезжают, они отмечают о том, что дороги у нас хорошие. Я говорю, нам еще надо больше сделать. Только в столице республики на ремонт дорог в этом году направили более 1,5 миллиарда рублей. Михаил Игнатьев поставил задачу подрядчикам исполнять контракты по графику. 25 объектов полностью введены в эксплуатацию. Идет процедура обеспечения чистоты оформительских работ. Где-то там какие-то знаки, где-то какие-то предписания. Масштабные работы, запланированные на проспекте Ивана Яковлева. Уже в следующем году здесь запустят движение по 6 полосам. Но на время ремонта дорогу будет необходимо полностью перекрыть. С завтрашнего дня, с 7 сентября, необходимо полностью перекрыть движение. Как для личного транспорта, так и для общественного. Это вынужденная мера, очень сложный проект. Много коммуникаций, которые нужно переносить, нужно копать дороги, устраивать пересечки. И ливневка, и водопровод, и газ, и сети вот троллейбусные, и электрические сети. Кроме асфальта, это асфальт одна из частей работ только. Национальный проект на старте. За 6 лет на его реализацию Чувашия получит свыше 20 миллиардов.
Только в границах агломерации в рамках национального проекта предстоит отремонтировать порядка 85% дорог. Ключевая задача – свести к нулю количество аварий. До конца 2019-го в республике приведут в порядок более 100 километров трасс. И с каждым годом объемы работ будут увеличиваться. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. И сегодня в администрации Чебоксар нашей съемочной группе рассказали, как во время реконструкции проспекта Ивана Яковлева будут изменены схемы движения общественного транспорта. Коснется это двух автобусных и трех троллейбусных маршрутов. Так, автобусный маршрут номер 7. Движение будет осуществляться по проспекту Ивана Яковлева, проспекту 9-й Пятилетки, бульвару Егерский, улица Орлова, улица Ашмарина, проспекту Яковлева и по Канашскому шоссе. Движение автобусов по маршруту номер 44 на вышеуказанном участке дороги в прямом направлении будет организовано по улице Ашмарина, проспекту Ивана Яковлева, до пересечения шоссе Канашское и обратно. Движение троллейбусов по маршруту номер 2 будет организовано по улице Айзмана, улице Орлова, по бульвару Егерскому, проспекту 9-й Пятилетки, проспекту Ивана Яковлева. Движение троллейбусов по маршруту номер 8 будет организовано путем осуществления движения по проспекту Ивана Яковлева и далее по проспекту Тракторостроителей. Движение троллейбусов по маршруту номер 9 будет организовано по улице Ашмарина, бульвару Егерский, проспекту Мира, улице Калинина, улице Гагарина, проспекту Ленина, проспекту Ивана Яковлева, проспекту Мира, бульвару Егерский, улице Ашмарина. Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч. Одна из них с директором радиостанции «Радио родных дорог» Александром Филипповым. Александр Филиппов вручил Михаилу Игнатьеву благодарственное письмо Фонда социально-культурных инициатив за подписью председателя Оргкомитета Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» Светланы Медведевой. В нем отмечен особый вклад республики в сохранение многовековых традиций крепких и счастливых семейных союзов. Напомним, что в этом году Чебоксары наряду с Муромом, Москвой и Санкт-Петербургом стали одной из площадок праздника. Кроме того, обсуждались вопросы реализации совместных проектов, приуроченных к столетию чувашской автономии. Новый двор за 20 дней. Именно за такой короткий срок общими усилиями жильцов и администрации Калининского района столицы удалось благоустроить территорию возле дома 7/1 по улице Ярмарочная. Новый асфальт, скамейки, тренажеры, горки, карусели и ограждения для газонов. Теперь гулять и заниматься спортом можно рядом с домом. Двор давно нуждался в кардинальных изменениях. Жители взяли инициативу в свои руки и подготовили проект благоустройства. А администрация района поддержала. Мы предложили им поучаствовать в программе инициативного бюджетирования на собственные средства. Подготовили проект благоустройства дворовых территорий, который прошел экспертизу и был согласован Министерством строительства Чувашской Республики. И она была включена на 2019 год в программу инициативного бюджетирования по городу Чебоксары. Софинансирование жителей составило 15% от общей стоимости. Общая стоимость проекта составила 1 миллион 444 тысячи 800 рублей. И 15% жителей, собственники жилья, оплатили за счет собственных средств. По программе инициативного бюджетирования можно ремонтировать не только дворовые территории, но и обустраивать парки, проводить уличное освещение и строить дороги в частном секторе. В Калининском районе сейчас рассматриваются еще 3 проекта благоустройства дворов. Их реализуют в следующем году. Пластик к пластику, металл к металлу. В Чебоксарах и Новочебоксарске внедряют раздельный сбор мусора. Весь путь отходов от квартир до вторичного использования проследила Ольга Пырочкина. Это что, какая карточка? Что нарисовано? Кошелятка. Так. У нас много-много тут разных, да? Куда ее кидать? Сейчас мы узнаем. Маленькая Вика с мамой сортирует мусор. Пока не по-настоящему. Тематическую детскую игру презентовали в этом году на Питерском экономическом форуме. В красные опасные отходы, да? Например, краски, да? В синий перерабатываемые отходы, да? То, что можно переработать. По задумке разработчиков, это поможет выработать у молодого поколения россиян привычку разделять отходы. Апельсиновая кожурка. Апельсинчик съели? Да. И осталась кожурка, да? Да. Ты знаешь, куда это надо? Пищевые отходы. Если бы эта семья жила в микрорайоне «Новый город», то от игры они смогли бы перейти к реальным действиям. Этим летом здесь поставили специальные контейнеры. Как только они появились во дворе, Станислав Андреев приучил домашних. У меня дети и супруга, и я
два ведра складываем. В одном – пищевые отходы и все, что переработать уже не получится. Во втором – потенциальное вторсырье. В рамках пилотного проекта региональный оператор закупил 61 оранжевый сетчатый контейнер для бумаги, пластика, стекла и металла. Помимо нового города, их установили в микрорайоне университет. Впрочем, там они соседствуют с другими баками, которые также предназначены для определенного вида отходов. Дело в том, что местная управляющая компания еще раньше ввела раздельный сбор. По мере того, как люди начинают привыкать раздельно разносить мусор по различным контейнерам, так уже более появилась необходимость и потребность в более крупных контейнерах. Ну, региональный оператор нам предоставил эти контейнеры. Отходы из баков для вторсырья забирает специально выделенная машина. Она проезжает в среду, пока еще отходов не так много, чтобы можно было делать несколько рейсов. Проезжает все контейнеры, и там находится только содержимое сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора. Опрос показал, к нововведениям жители относятся положительно. Однако не все уверены, что от сортировки будет польза. Давно уже пора перейти на раздельный сбор мусора. Единственное, что нам говорят, что они все равно все увозятся в одно место. То есть у нас нет переработки. Содержимое специальных контейнеров действительно привозят на ту же станцию, что и весь мусор. Однако разгружают машину с вторсырьем на отдельную площадку. Затем специалисты оценивают качество сырья. Чем меньше в нем пищевки и других инородных фракций, тем больше шансов, что отходы получат вторую жизнь. При наличии большого количества строительных отходов, различных пищевых отходов, к сожалению, мы не сможем этот объем мусора направить на переработку. Именно переработчики сырья определяют большие жесткие требования именно к качеству ассортированного нами сырья. Приведу банальный пример. Вы взяли листок бумаги А4, скомкали его, выбросили, сверху засыпали его картофельными очистками. Сами понимаете, что сделалось теперь с этим листком бумаги. Он не пригоден для дальнейшей переработки. В ближайшее время специальные контейнеры планируют поставить во всех районах города. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Учитель начальных классов школы номер 17 города Спутников в числе лучших учителей России. Наталья Симушина получила премию президента страны. Оставляем только хорошее. Раз, два, три. Урок Натальи Симушиной – это интерактивный мастер-класс, в котором задействованы все ученики. Традиционный формат школьного урока ушел в прошлое. Учитель и ученики на одной волне. У меня есть эта методическая разработка по духовно-нравственному воспитанию, которую я ее реализую. Называется «Мир моей души». И еще одно из направлений – это интеллектуальное развитие младших школьников, программа работы с одаренными детьми. То, что она станет учителем, Наталья Георгиевна поняла еще в детстве. И вот уже 16 лет преподает. Мне очень нравится наш учитель Наталья Георгиевна. Она очень добрая, справедливая. Мы очень много от нее узнаем. Я люблю свою учительницу, потому что она добрая, всегда может повеселиться с нами. Она нас очень хорошо учит. Наш класс всегда занимает призовые места. Чаще всего это первые. Дима полюбил математику отчасти благодаря своей учительнице. Он любит решать сложные и логические задачи. Мне нравится математика. Там бывают такие задачи, что нужно там подумать, тяжелые они. Там логические задачи, они не такие, как обычные. Если что-нибудь не получается, то Наталья Георгиевна нам всегда поможет или объяснит. Обладателями премии президента России в стране стали 9 учителей. Очень здорово, что в нашей стране есть вот такая серьезная система грантовой поддержки лучших учителей России. И Наталья Георгиевна, она действительно достойна того, чтобы быть обладателем такого гранта, потому что она человек и педагог с большим горячим сердцем. У самого учителя свой взгляд на систему достижения хороших результатов в учебе. Не было бы у меня этого результата, если бы вот это не триединство ученик, учитель и родитель. У меня замечательный коллектив родителей, которые помогают мне в учебной, внеурочной деятельности, поддерживают нас. Поэтому я хочу сказать, что мои успехи, успехи моих детей, это в том числе и заслуга родителей. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика. В эту субботу, 7 сентября, профессионалы и любители бега вновь соберутся на традиционную эстафету с газетой «Советская Чувашия». Этой осенью она пройдет 81-й раз.
С 1932 года практически ежегодны, за исключением военного времени. Эстафета газеты «Советская Чувашия» – такая же неотъемлемая часть спортивной жизни республики, как и Олимпиада для мирового спорта. Менялось время и место проведения, меняются правила, меняются составы команд, но воля к победе неизменна. 8 лет с момента создания национальной телерадиокомпании «Чувашия» наши команды участвуют в эстафете. Для журналистов это и драйв, и положительные эмоции, и возможность еще раз доказать, что талантливый человек талантлив во всем. Вот когда мне впервые предложили принять участие в эстафете «Советская Чувашия», я с удовольствием согласилась. Вот мне было интересно почувствовать те самые эмоции, которые чувствуют, наверное, спортсмены. Это и на старте, и на финише, это очень волнительно. Пришли, мы не думали, ну, лично я не думала, что мы победим, ну, заняли тогда 2-е место. Это было 3 года назад. В этом году тоже планируем принять участие. В редакции «Советской Чувашии» завершается подготовка к спортивному форуму. В этом году он пройдет на стадионе «Олимпийский». Кроме того, в программе эстафеты есть некоторые изменения. Раньше у нас было от 40 ветераны, да, от 40 лет. Теперь у нас отдельно бегут от 40 и от 60, чтобы вот в такой категории. И ветераны спорта действительно очень благодарны. Я не понимаю, почему мы раньше это не делали. Вот на 81-й эстафете получилось. Такой была эта пятница, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.